Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Infinix Hot 11 включить функцию резервного копирования Google. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Резервное копирование». Нажимаем «Добавить аккаунт». Здесь вписываем телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Следующим шагом вводим пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования, а не затем выбираем, будем ли мы пользоваться этим устройством, или будет пользоваться им наш ребенок. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования, политику конфиденциальности. И нажимаем «Включить». И устройство будет готово к резервному копированию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.